Да что ж я пришла там, конечно, хочу. Очень хочется, чтобы закончилось это все уже, и хочу в составе России быть, не хочу уже быть там под игом, как говорится, украинского народа. Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины. С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации.